Саша пришла с Кондора. Как ощущения? Ну, я там, блин, лучше бы не ходил. У меня все ноги и руки, все трясется, блин. И мне это плохо. Вот такая штука. Хотя поднимаешь на высоту 120 метров. И какого я хрена согласилась? 120 метров. И летишь в свободное падение 90 метров. Ужас, ужас. Сейчас люди будут подниматься. Я вообще не вижу. Да, еще нет, да, они садятся. Темпо фуэго. Это мы сейчас были тут. Шоу прикольное вот здесь вот. Квест такой. Сейчас сниму кондора. Не, ну я, конечно, испытал, адреналинчика выбросил, но в этом на Феррари Ленд я сильнее сэкономил. Тут, блин, конечно, несешь, ты свободный падает. Не, вот эти самые страшные падения. Сейчас, да, я сниму людей, как будут. Сейчас пойдем в зону Китая. Куда? В Китай. Да, пойдем в зону Китая. Не знаю, достаемся на Шамбулу или завтра тогда. Вот люди поднимаются. Сейчас остановятся на какой-то высоте. Наполовину. Да, ты думала, все вот так? Да я думала, все. Я ж не вижу наверх. Не я тебе сказала, это половина. Я сам охреневал, там половина. Я думала, все, и будет страшно. Ты вот еще поднял, а потом еще, блин, перевернул чуть-чуть. Сейчас вот они остановятся, он их перевернет чуть-чуть. Не перевернет, наклон, вперед. И все, и все. Блин. Вот это да, говорит. Ой. Ну тебе понравилось. Пойдем еще? Нет. Еще пойдем? Я больше не пойду, пошли в Китай. Пойдем в Китай.